шмотку. Сейчас я его найду, блядь. Я не могу. Скибиди, который. Забери шмотку свою. Это за что? Подожди, а не ты камень мне покупал? Не. Я покал покупал. Тебя найти за Сенку. Мендри 100. Мендри 100. Раз. О. Два. Три кидай обмен. Софи. Короче, будем без Будрайва напулять, я думаю, ему ничего не надо. Слава, мне снимать или ты будешь снимать? Давай. Ну, решите сами. Все, полетели бить. Ну, снимай, я подамажу, то есть. А кто летает? Как раз Макс еще. Летает Сасуна и Барменталь. А можно мне полетать разочек? Можно. Ебать, отлично. Только у них штаки не забирай. Да не, я сзади не буду летать. Подавление вышел, играть в подавление. Лич вышел справа, слева от выхода. Подавление очень долго умирает, ребята, будем стрелять. По правому ущик синий умирает. Дега, ты должен был слева танчить, справа побежал. Свечка вышла, да неважно, разберись. Давай, короче, ты слева, он справа. По-моему, я тебе говорил слева. Я справа, он слева. Не, мне справа сказали танчить. Ну, я тебе говорил, Жень. Справа? Ты тоже помнишь эти? Слева. Я сказал, это моя госпожа слева, а Сэндик справа. Сам тоже помню. Говорил. Ну, не столь важный. Главное разобрать. Ну ладно, значит я лох. Не-не-не. Значит я просто глухой стар. Я суперстар, блядь. Так, потом, когда добьем босса этого, Женя, ты в ретрика прыгай. Если есть ретрик с массой крови, вообще идеально. Андрюха в этом мешке. Да, есть у меня чем подлезть. Масса ауры у меня, а не масса крови. Ну, значит, с аурой. Сделай этот, все равно ты же ходишь как типа вспомогательный ретрик. Сделай чисто с массой крови. А я не знаю, как его делать. Так все то же самое, только не берешь мастер ауру. Все, что у тебя в этом, не берешь. Короче, я ухожу, получается, в это, в танковетку, да, ухожу. Да, вместо интеллекта в танк. Окей. А что тупой будешь интеллект? С руки можешь уходить, тебе можно. Срейд только не ливай. Ну-ка на пульте, ребята. А зачем ты меня скидываешь, Андрей? Это у кого? Такое. Кто это? Ник какой. Так. Девочка справа. А, Софи, по поводу этого. Ты должна подготавливаться к рейдам. Фласки тем более выдаются. Ставь нормальные камни. Вон уфолог есть, он хороший лице, он тебе все расскажет, подскажет. Но БКшная должна ставить. Чарки сок. У него может голды нету. Ну блин, мы сначала все выдаем, по факту вся голда на сотку. Надо одолжить, одолжим. Под проценты. Ну одолжим. Вот я в проценты в ответ не ходил, блядь, такие наёбщики потом. Будешь миллион должна. Дикий, это ЕП много? Нет. Сделай гадость, ебать. Настроение себе подкинь. Свечка слева. Ребят, слева вышла свечка, ребята. Я сейчас подстанею. Что вон там Еру даем или как? Сосунька. Выйдут, короче, Еру им давайте. Когда выйдут. Давайте, Еру. Ну? Все, пусть хилят. Только смотрите, Сосунный мобов забирайте. На него сейчас все агриться будет. Подавление вышло. Приоритетом подавления. На остальных забейте. Пизда, Сасуна спас.
Я Сацуны спасал, ты сам сказал спасай его. Чё, кольцо танковское, да, сука? Поднимите меня. О, ботиночки заебись. Ботинки танковские, Паша. Где-то плачет один Паша. Я, кстати, тоже за этими ботинками четвертой, когда хожу. Спасибо. В принципе, они сейчас тебе здесь все уйдут. Где-то определенно. А кому они еще нужны были? Сейчас никому. Не, ну я понимаю, что сейчас никому, в принципе. А вот это можно по калу скинуть. Так, сапожки. Давай сразу ипэшь. 10 шенджик. Раз, два, три. Кинешь ему. Так, давайте печеньки роним. Ну, не знаю, смысл их сейчас кому-то ролить, просто на успехе ролите. Ебать, локо ханта без. Даже не так. Можете без ЕП их поролить. Да не, ну. Потому что. Не, ну ладно, давай. Если 10. Да не, ну, после 10 забирай. Сэнджик, тебе на мейн надо? Не-не-не. Ладно, давай следующего КД будет. А? На мейн? Нет, мне не на мейн. Тогда лол на мейн ему надо. Кидай обмен за 10. Короче, следующего КД будем просто троллить эти хуйни, потому что они сейчас никому не нужны. Все тут, может, начнем? Да, да, сейчас. И будем роллить по пути. Побежали. Андрей, после этого прыгнешь в танка. А грони скидывать они как-то, да? Да, да, с хэмки тоже будем роллить. Почему ты забеги? И меня, блядь, сканул. Чего? Тогда не заходи. Не заходи. Главное, чтобы я на месте сканет. Вот чмыга, блядь. Так. Дальше идет не 10, а 100. Вон, клево поставил 100. Бля, ну зачем вы взываете? Алло, дайте им поставить. Клево 100 раз. 2. 3, кинешь обмен. Слава тебе, Андрюха, кто там снимает. Следующая такая же печень. Сенку первую поставил. А Клео рулил на мейн или на оф себе? На мейн. Он бегает 4-4 бегает. А. Или это уже не имеет значения, просто у нас как мы делаем? Имеет. Подожди, тогда не выключаем Клео. Подожди, если имеет значение, то забирайте. Просто когда пишешь оф, на оф, пиши оф. 10 оф. Все, всем будет понятно. Понял. Нет. Короче, кто там первую печеньку первый поставил? 10, моя госпожа. Раз, два, три, кидай обмен, Женя. Верни мне у фолок обратно. Там шлишки поставили, короче, это. Верни Клео. Отойдите, ребят. Так, забери одного, Женя. Он череп. На любого одного заберите. Мелики съебали. Сэнджи, нажми смассейв. Сацуны. По черепу играйте. Увидите, заберите одного, блядь, загните и увидите просто. Одного, не всех, сразу. Не знаю, ДК, отдай мне череп просто и бегай, и не надо его танчиться. Все, и мелики играйте по черепу. Не убегайте только за круг, а то заново инвент пойдет. РДшники по черепу играйте. Забрал череп. Даже не одного любого. Все. Играйте сейчас по-другому. Давай я двух этих баб подержу. Все уже можно сводить. И когда их много, опасно. Они крутятся, я думал, их надо пить в сторону. Саня, бета-тестер здесь? Да.
А когда он пойдет? Потому что стреля отходит. Если не вернется, до синдры заменит. Сейчас. Женя, кидай обмен за печенькой. Вторую печеньку поводим жрец чернокнижник заново ИПш. Короче, верни к Лео. И отними 10 скибиди. Шанишка 100 раз. 2. 3. Кидай обмен, Маш. Так, у скибиди твин. Так, они тут в этом рейде, ну, равномерно. Лео. Я же сам запутался. Похуй. Нет, так... Не нормально. Я просто говорю, что типа, если вот касаем течения. Ну... Да, да. Короче, снимай Маше 100. Да. Так, кому снимать что? Маше 100 и скибите 10. Дальше и пошли в следующую печенье. Воин, шаман, okay. Охотник. Воин, шаман, охотник. На мейн офф. На офф спек там, на вара какого-нибудь. Можете поиграть. Раз, два, три. Короче, никому не надо печенье. Ханты на поле где трэш? Кольцо. А зачем тебе это кольцо на силу? 10 оф Сенджекс. Нет, там другая печенька. Там воин охотник шаман ей не подходит. Кидай обмен Сенджекс. А, подожди, 200 оф. Окей, раз. Два. Три, кидай мне. Теперь. Штаны. Стрели пока нет, иди и собирай, госпожа, Сенджет готов все ловить. Кинь обмен пока. По ножи никому не нужны. А, не считайте, ребят, не считайте, только, пожалуйста, просто стойте и ждите. Хорошо. Шея танковская. Зубы Мендри готовь по Сенджексу. 10 Сенджекс. Раз. Два. Три. Закинь зубы, закинь. Ой, блядь, Женя, лови. Паладины, подстанивайте, маги перемораживайте. Не прозал, что Сенджик, он на фу был прозал. Но пока он не выживет. А пока додохнет, ебать. Фак. Ты идешь. Не бомжей даже не сдали, ну вагоном. Чё, добьёте? Нет, ну дай гнев небес. Нормально, добьют. Ну, добивайте быстрее. Все, встали, сами побежали. Можно уже забежать. Дальше смот и пешим. Поезд канный. Это поздно, ты нас так делаешь, чтобы все 4 бафа получать. 264. Это было актуально до тех пор, пока не стали чарки, типа, по всему миру. Кто еще по мейну реально? Ставь шкаф. ШП. 10 оф, я понял. 10 раз, 10, 2, 10, 3. Кидай мне. Никому не надо, никто не пишет. Сенджекс и Рианти киньте мне. Починитесь. Сейчас ты барменталь сглазишь нас. На синдре будем умирать. Так, тихо. Ну, он отошел, идите пуляйте. Ну, тебя сюда. Сам. Я уже скрепнулся, Саша, просто я не знаю. Значит, Сенджекс, иди пуляй второго тоже. Андрюха, прыгнешь там.
Будем сразу же бить. Я ничего рассказывать не буду. Все тактику должны были знать. А не профессор не тут ставил? Неужели, блядь, мы до того дня дожили? Я, оно-то профитнее, Андрюха. Ну ты же сам знаешь, что лучше убить. Не, мне похуй что делать, я просто... Не, профитнее. Ну, блин, Женю чтоб не сложило, ну его нахер. Давай лучше ты. Кстати, ты будешь первый танчить, потому что ты ставишь хорошо. Босс, ну, Сенджикс посмотрит. Сенджикс, ты побегай с уфологом, посмотри, как он ролит. В прошлый раз не очень ставил. Но профи потом тоже тебе подскажу. Ну, в общем, сумме нормально. А, ребята, бежал в туалет, госпожа. Мир тебе. Боль. Показывать ничего не буду. Геру дайте. Войт, Слава, Легалайз, Андрюха, вы знаете все сапоги. Дайте им только чуть время. Блять, чё под Герой, короче, под всеми проками, у меня Слава бьёт по 20 тысяч нахуй к рекламе, это что за говно нахуй? А тебя тут нету никаких? Я хуй знаю, блять. Бля, жопа горит от этого уже. Тебе надо треню эту менять. ТБЛ-ка хуйня, например. Надо здесь 10 хм треню. ТБЛ-ка биф. Хуйня. Да не, понимаешь, Сань, фишка в чем? Я смотрю на Сол, блядь. Он даже, это Слава, он, блядь, он хуярит 17 тысяч, типа 18, стабильно за Савуна. Ну, у меня Сова не хуже его, нахуй. Наверное, лучше бы МДК. Есть слово, короче, это слово есть, типа, ну, типа, который 19 уже, типа, ебашит. Ну, там чуть-чуть отличается, типа, плащ, еще что-то. Тринки, ну, типа, ну, так ты про Энза, если... Так он, блядь, в рейде 380 с двумя хилами дает такой ДПС. И там, скорее всего, и МК ему, и ПС-ку, и какую-нибудь еще хуйню ну, расовую. Ну, короче, я не про Энза, мне где-то сбрався из-за этого ДПС, там есть сова какая-то 19 тысяч реально. Мирмидонец. Ну, Венс, наверное. Да, Мирмидонец или что там. Ну, короче, ну, есть же люди, которые ебашат. Почему я как чмо какое-то ебаный, нахуй, просто выпишешь? Я ну, тоже так Антон задаюсь вопрос. Я вот хочу это решить, не знаю как, блядь. Вроде бы тут нихуя даже что бежать, что придумать, блядь. Я не знаю, весь сердолях бегаю, блядь. Пиздец какой-то. Ну, может, в этом и проблема, или они тоже все в сердолях бегают? Да, все в сердолях бегают. Ну, крипом, блядь, 25 тысяч бить, но это ну, какой-то ты еще говоришь, что у тебя 500 пинг. 500 пинг сильно решает для этого дела. На кастерах. Саня, у тебя про жезл спрашивают. Да нет, это пинг для всех решает. Ну, типа, у меня условно, типа, пинг средний 150-200, типа. Но это ж не, блядь, 5000 ДПС, ёбаный в рот. А где жезл? У меня нет жезла. Куда а, был есть? Этот. Продам за половину цены жезл. Он боешься? Я покупаю. Да. Сколько он сейчас на луке? Ну я тебе скажу, Мендель, за половину продам. 10-11. Так, сбежались и прохиливайте массы, вы нажмите, Саня и этот. И Сенджикс. Шеша я готов купить. Готов купить его. За половину. У меня есть. Так, бета-тестера засумоньте и бета-тестера прыгай хила. 14 тысяч стоит жезл. Ну, короче, это жезл нахуй нужен. Тебе нужен состой жезл. Надо 800 состы надо все. Я тоже считаю, что он не очень, но... Этот... Если хочешь, если не имеешь какого-то другого, за 7 тысяч могу продать. За 6500. Все, разбирайте саппроты, тактику ничего не буду рассказывать, все, все знают уже, если кто не знает. Сами виноват. СС Будревен закинешь на уфолога, а Сенку закинешь на этого, на Сенджикса. Сенджикс сейчас как оф-танк идет. Посмотри, как Андрей ставит.
А вот в сумме здесь сопротивление 2 есть. Давай рыбу. Сколько у тебя сопрот, Андрей? В принципе, Слава, можешь прыгнуть в Хаприста, чтобы наверняка было. Урона плохо хватает. Можно мне и тогда в пати в этот... Сколько сопрота? Да, конечно. Не, это по желанию, потому что у меня нет этих сопротов, можете мне кидать. У меня нет сопротов. Я же сказал, Ники, Слава, Легалайз и Уфова. Почти 600 у меня сопротов. Так, первый отдает массейв Барменталь на первые глыбы, на вторые сосуны. Все, бетика, вставьте шкаф с антибетика, ребаф, ой, будем начинать. А у меня рыба закончилась, есть у кого рыба? А есть. Сопрот, кому надо, выйду обмен. 500, короче, 97, Жень. А, пинар у тебя, да, сменил, Мари, уже все. Понимаешь, Аня, что? У меня, короче, 540, получается, вместе с булькой и с... всех у нее сделал все. И надо бы там, чтобы показал на место, где фармить эту черпу. Слава, так ты подпрыгнул в этого? Да, да. Да, я тебя еще прикину. Место Менгри тогда. На ДЦ, Менгри сюда. Все. Давайте фулл ребаф. Так, сейчас я тебе кину обмен, дай мне слово тоже сопрот. И будем пулять. Наверное. Только не забывайте напуливать, пожалуйста. Сопрот идите. Сопрот у Уфолога и Войд Спирита. Готовность на пул, полетели. Можно фулл ребаф, а то я еще не забыл. Да, дайте фулл ребаф по бетику. Все, иди пуляй. Босса никто не бьет, пока не поставят. И на пул, и по КД. Также следите за стаками своими. Хилов 6, но все равно следите. Нажали приботы. Такао. Не повезло, что ты не сдох. Это пизда, но он опять на 250 был утонул бы. Ну да. Это чё, кто-то походу похитил, чё, что она по моменту пролетела? Она пока вас загрелась. На меня, да. 3% притяжка. 2%. Скоро будет притяжка. Приготовились, чуть выше убегаем. И что близко стоит. На вторую и третью ступеньку видите. По два человека, сейчас на первую ступеньку спустили, ждем, закидываются метки туда. По два человека. Мэндри, твоя задача будет засчитывать. Барменталь массейф нажмешь. Слева вообще никого нет. Ничего, там один. Нормально тоже. Учитесь не ловить урон. Это сразу смерть в КМ-ке. РДшники, подбивайте дальнюю глыбу, кто шарит так. Еще одна... Один плевок, и она садится. Возле центральной. Все, добиваем. По два человека, ребят. Прихила освобожденка. Тяжко через 13 секунд. Да, все хорошо. Через 4 секунды притяжка. Стань, не забудь, что ты сейчас массе. Вот ему бой, да. Вову по себе инер закинь. Как сможешь. Не рискуйте лучше. РДшники, оставайтесь в квадрате. Скинешь стаки?
Не, сейчас не надо скидывать станок. Там второй. Фазе. Саня, закидывай фридом по холоду. На первую ступеньку выше не поднимайтесь. По два человека. Дерево. Вниз, 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 быстрее. Хорошо. Сацуны разбили. Только не до конца. Я скажу, когда до конца. Далеко падает. Можно разбивать сацуны. Разбиваем прямо. Минус топ-хайпа. Все. Между левой и центральной перебежали. Левой подбейте? Андрей, дай бэп по топ-хайпу. И по левым больше играть. И последние разбиваем. Ну, он где-то хуй где уже. Хорошо, тогда... Воу, ты отдай бэп. Левый я подбейте? Нормально, кто побежали бить? Синдру, вначале убить. Воу, иди, найди Дайну Бэт. Ребафните его. Фу. Сейчас это без Ридара больнее бьет. Ридар мужчина. Убежали. Не по таймингу притянуло. Будет, наверное, тайминги. Когда... Пока не давай БР. Так, после того, как она сядет, РДшники не сбегают, остаются в квадратике. Андрюха, дашь ей БР, Аня, встанешь после того, как она сядет. Паша, зальешь иннер по улову, Андрюха по сацуну. По два человека, барметаль не забудь массейф нажать. Бежит в квадрат три человека, смотрите аккуратно. Или ко мне. Будем с тобой вдвоем встать. И не убегайте раньше времени. Не ловите урона будет. Еще две. Чуть-чуть правее сдвиньтесь, кто по центру стоял. Еще последняя и разбиваем. Сань, шестерей, будь, Даш. Прятались. Разбиваем, Аня, вставай. Ребят, пропрохильте ее. Все, РДшники остаются в квадрате. Вот сейчас уже с Энджи готовься, будешь ловить. Ну, меняться будете. Все, первую глыбу в ромбик заносим. Сэнджик, после первой, ну ты на первую глыбу, короче, скин так и идешь менять, и так каждую глыбу меняем. Троциус. Чуть правее отойдите, РДшники. Все, милики пошли разбивать. Следующую в трусы, в трусах не разбиваем. Метку. Да, забери обратно, забери обратно. Чмыга побежал в трусы, по чмыге зубы, Мэндру. Спасибо. Паш, дай мне БР. До 20%. Блять, шанишка еще бы. Не разбивайте их глыбу. Джеймс Бонд в ромбик выбежал. Джеймс Бонд и РДДшники подобьете, когда заморозите. Подбейте Джеймс Бонда. Дали Геру. Лево в ромбике останешься, в ромбике останешься. Отбежали из ромбика. Милики пошли разбивать ромбик. Марсес выбежал в трусы. Сенджик, нажми массейв, Сацуны тоже нажми массейв. Разбили сразу. Перебив машину, он туда в ромбик идет сейчас. Джеймс Бонд, выбеги сейчас в ромбик куда-нибудь туда подальше, или вправо. Только выбеги вон. Отбежали от ромбика. Идите, милики, разбивайте. Следующую в трусы, в трусах следующую не разбиваем. Войт побежал в трусы, барменталь нажми массейв. И мастер на лед кто-нибудь нажмите, отбежали от трусов.
Мендри, нажми гим на хп, до 20% отбежали от глыбы. Все, разбивайте глыбу и выносите просто куда угодно. Фолга разбить надо. Фолга разбить надо, у фолга. Медики пошли разбивать у фолга и выносите куда угодно. Ну, оживи, мы тебя сейчас разобьем. Остальные играйте по синдре, типа. Выносите метку вам. 6%, давайте. Гимны там у кого есть, нажмите свободные. Ну, кого нет. Мастеры, массейвы, сенку выбеги. Массейвы все отдайте свободные. Все, хорошо. Я тебе, Саня, ты, блядь, не везучий, когда на тебе, блядь, лут. В смысле, я когда на мне лут. Ни одного падает, осколка, ни одного осколка не падает, блядь. А сейчас их, знаешь, сколько сейчас их уже упало? Я знаю. Я в ахуях сижу, ебать. 9. Так а сколько этот у тебя уже штук? 38. Блядь, 12 штучек ИШМ, заебись. Так я говорю, 9 сейчас штук сейчас упало. Встали, побежали дальше. Только не сагрите эту залупу. Да может убьем ее? Ее сагрят. Сейчас она обратно полетит, не бегите. Просто ее убьем. Подождите пока. А все. Залупу эту сейчас убьем. Иди пуляй эту залупу, блядь, похер. Пропустили, красавчик. Нет, не надо пулять. Все, пропустили. Больше никто не заходите, вас засумонят остальные. Лок пробежал. Я тут шо, танчу, бью. Танчишь. А я чё в шоке? Так, подождите, надо шмотки, да, в шкаф. Этот, сейчас, подождите, пару шмоток я про ИПшу, потому что, чтоб на всякий случай. Так. Пока заходите, ребафайтесь. 10 АПК, раз. 2, 3, кидай мне. Мы сегодня долго, блин. Ну так на ребре сколько умирали, час, блядь. Не, на ребре пиздец долго были. Саня, давай для дефласка, или под сопротами без будут? Да пусть сопроты, зачем перепивать? Этот, пейте плечики. Ребут еще сколько был? Так мы начали, мы убили ребро в 14 с чем-то, в 14.30 примерно. То есть мы 2 часа, нормально. Если не считать на ребре. В общем, время уже 5:30. 14.12, 14.18 мы его убили. Какая разница, блядь. Давайте. Реально, похуй. Чё, давайте да. Убьём, а то уходить надо. Вот и я там. Так, всё, поставьте рыбу, у меня рыбы нет просто. Больше я потом верну всё. И запускаю босс. Сенджикс, пока будет запускаться, ты в хиле. Бля, чё у меня пёс до взлётки в синдры, блядь, сдох? А он черта там дохнет. Поставьте рыбу, пожалуйста, ребят, пока босс запускается. Кто у кого есть, одну. Я лича держу, Санджик? Да. Стоим все в куче. И смотри, ты не понял тот единственный момент, как на третьей фазе что делать. Сейчас я тебе объясню. Ты будешь лича держать. Я ставлю его лицом в середину просто, ну, в третьей фазе. Не, ты его смотри, вот он стоит в середине, ты его забираешь, ведешь вначале, допустим, в этот угол. Ну, если мы с этой стороны будем. Ведешь его в этот угол, вот, где маг прыгает. Ставишь его максимально близко к обрыву и разворачиваешь его спиной. Потом, потом духи прилетают, это осквернение, когда будет. Люди разбегаются, ты просто его переводишь в противоположный угол и то же самое так же делаешь. Я понял, в прошлый раз так же делал, просто я лицом не туда. 5 секунд, босс. Прожали приходы. Не выдай, веди его прям в рейд. Да, все подбежались, разверни его. Все, все под жопу стали.
В рейде диспелли? Да. Ты на диспелле. Паша, ты не можешь его пайпешить, потому что у тебя нет ИП на друиде. Плохо. Мы же отдельно ИП сделаем. А если ты хочешь цельное ИП сделать на всех персонажей, ну тогда у тебя самый низший приоритет будет всегда. И прям всегда. Если даже кому-то нужно будет шмот. Беритесь. Ебать, я долбоёб, стой бурдалака в пизу, блядь. Этому человеку мы шлем собираем, блядь. Да, ну, блядь. Зацикал, блядь. Разбежались. Поставил на себя квадратик. Отбежали все от уфолога. Сенджик, слови этих. И отворачивай. Подождите, все по рейдам к уфологу. Рейдам к уфологу подбежали, все пока чинистые, все побежали быстрее. Забери только моба. Все, забрал. Уходите, 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 уходите все. Иди, Санджик, иди, иди, иди туда. Сейчас пропадет этот шаркарь, туда подойдешь туда. Так пока стой. Все, иди себе эти. Паша Инар по Мендри, Лоу Инар по Шанишке. Андрюха, как сможешь, тоже по Шанишке. А, Лоу уже отдал. Значит. Ой, он обидите. БР. Лоу отдашь по топ-хайпу. Под лицо к духу не идите. Женя, блядь. Что сложно? Сбежались под лича. Рибафните эту хайпа. Встанет. Фу, рибаф по нему. Выведи в центр, Сенджикс, быстрее. Блядь, поздно уже. Этот Геру дали. Играем по этим. Блядь. А, Геры нет, ебать. Разбежались РДДшники. Берегитесь. Разбежались мильники. Марсес выбежал. Под жопу. А в ромбике, кстати. А так кто еще танчит, я не понимаю. Сенджикс танчит еще. Так, Войд, закастуй гимноман. РДДшники разбежались. Милики тоже разбежались. Конишка отбежали. А что ты вводишь от Валик? Берегитесь. Синьки кто? Мы. По-моему, Лок. Чё ж ты так далеко убежал-то? Мне на круг это становись не дальше. Санди, забирай после, я только там у тебя на железную. Я стоял под самым лечом, я вот лицо, меня никто не выбил. Ладно, под жопу. Ничего страшного. 3 секунды скринил. Разбежались. Марсес. Блять, отключите, пожалуйста, свой чат, потому что квернения, сука, путаются. Ты про меня? Там озарение говорится, а я осквернение читаю. Печеньки лок или нет? Да. Определенно, да, ты читаешь. Разбежались, я знаю, что я читаю. Отбежались все. Сенку. Вынес. Добейте меня. А где ты? Ужас.
Паша, как откатится Инер, шанишку зальешь. Андрюха, как в Лола. После следующего осквернения, точнее, после валик следующих. Разбежались. Разбиваем валик и переводим личак в ту сторону, там, где он был. Влево выбежал. Да, ты красава. Ромбик бьем. Кто в ромбике, сразу выбегай. Его бы пропустить дальше, ну ладно, плохо. Да нормально, выбежит сразу. Печеньки лок, он умрет. Не умрет. Сейчас он бежит сразу. Все. Беги, лок, нам. Прохил. Будет еще одно осквернение. РДшники разбежались уже. Милики тоже убежали. Вынесите главное осквернение и забегаем. Альдели, Таня, выбеги. Все, подошли к краю. Переводим. Забегайте, сейчас умрете, кто в центре. Массивы отдали. Гимн, в приз, когда зайдешь, гимн нажми. Все топ-хайп можете отдать. Он завис, походу. Да, он завис. Не хильте его. Ну, хотите, хотите. Не хильте его, сферу убейте, сферу убейте, сферу убейте. А, все. Блять, кстати, в натуре ты красавчик. Сферы ебашите, да. Чмыга, я тебе помогу. Гимноману воет, если... Так, у тебя, наверное, уже давал. Нажми гимноману. Да, я помню. Кто ловит духов? Ловит духов Андрей. У нас вообще куча престов. Слава, есть штучка? Да, откатится. Иди первый тогда лови. Духа вы забросите. Забежали внутрь, под духа, под лицо не бежите. Батьмешка за мешкой. Лови плеча. Жатва душ, массейв, нажми сэнджекс. Еще один гимноману, если есть у кого-то. Шанишку прохил. Нужно будет, Маша, сбить тебе через этот сковывание нежити. Под жопу все ключу. Так, скоро будет осквернение, право-лево, разбежались. Боком бежи, боком если... бежи, боком бежи, боком. Не, только смотри, не подбегайте, пока кричу. Осквернение вынесите назад. А потом все, за спину. Маша, тебе нужно будет через кого нежить, там каз бить и прохинуть. Сэнджик, если есть, да, истерию. Так, не, давай. К леву есть бабл? Да, есть. Следующий духов ловишь, просто становишься по пути... Сквернение, песка. Справа-лево разбежались, да? Убежал. Отродцы снова. Перебежали на другую сторону. Лево становись, ловить. Да. Лево. Так он бабли, по-моему. Жатва душ, нажми массейв, Саня. А, не прохите сацуны, зубы по сацуны, зубы по сацуны. Право-лево разбежались. Право-лево разбежались. Так, барменталь есть бабл? Да заебал. Бег, сука. Прок. Есть, барменталь. Да, да, да. Иди лови. Куда ты духов. Перебежали все за спину. Я все. Я следующих выбой словно. Нет, там можно добить. Не, давай, не надо. Право лево убежали до осквернения. Давайте сейчас зеро дадим. Подожди, осквернение. Ну, после осквернения имею в виду. Санджес. Вы без гиры еще? Смотрите, через центр не бегите. Все, я словлю духов, идите. Мы сильные, мы ребра бегаем, до Толича без гиры убиваем, блядь. Блядь, пизда. Ну, блядь, я... заруинил. Сука, кто? Ну, хайп живой, смотрите. Это определенно. Это все Саня виноват.
А кого мы не убили с первого трая? Только ребро. Ребро, блядь. Ванна и ребро. Ладно. А, да. Это... Саня, я, короче, офуюсь, там, если что, ИПЖ начисляется. Ну, если тебе не... Да-да, если тебе не нужен шмот, то можешь уже офуюсь. Не, не надо. Саря, надо было суперсрочно отойти. 2 часа 40 минут, если, блядь. Плюсуй, плюс один. Плюсуй. Плюсовать? Мы уже закрыли. Это да. Какой-то фастран. Такой вопрос, а можно сейчас минут 30 на еду приготовления? Да шрак заваривается 5 минут. Нет, я ищу. Стоп, тихо. Сейчас будет тюрьма. Там рейд недолгий. Если там будет долго, мы просто разбежимся, блядь, сразу же. ИП даю. Заходите, у кого есть время. Да, и даю ИП. У кого есть время, заходите. Ладно. На голодовка, на голодовка. Да, я за шаманом пойду. Значит, два там, короче, да, идут сейчас только мейны. Никто другой. Только мейны. 25-ка, что ли, тюрьма? Да, да, да. Если будет все хуево там сразу, то даже сидеть не будем. А там тактики такие же? Да, точно такие же тактики. В одного танка вон Андрюха потанчит или Сенджик. Ну, Ласта сразу не убиваем, это 100%. Ну, мы на Ласта не пойдем, главное первого босса, если заберем, забить. Там такая хуйня будет. Да и на втором тоже. Сань, смотри, сейчас с этой ЕП будешь начислять у меня. Не открывай, не открывай, не открывай, я знаю. У меня бонд в этом. Ребят, а в тюрьму мы пойдем уже? Вот закончили? Да, 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 да. Поставьте шкаф. Смоньте топ-хайпа. Как вы все залезли? Коты, блядь. Шанишка, Маша, вставай. Yes. Все, блядь. Да я просто сейчас тебе начислю. А, числю, а Джеймс Бонду отниму, да и все. Блядь, сейчас случайно откройте. А, ну. Кто-то уже открыл. Блядь, конечно. Ну и говно. О, конечно. Вот это мой скипетр. Вот это мое. О, это на фростика. Гламур будет херачить.